Видел отзывы написано? А? Написано, видел отзывы? А что там? Все хвалят вас. Реально? Я там один написал. Как вы хорошо знаете историю. Там один написал, что подсказывает. Его надо побольше снимать. Побольше снимать. Его давно не было видно по телевизору, его надо побольше. А с поворотом тогда надо делать. С поворотом. И. Оп. Вот сейчас. Пока теория у вас, а у нас практика. Да, ты стул, успокойся. Сиго, Чичигес. Чичигес. Да, Чичигес. Чичигес. Через себя. Опа. Да играй ты! Чемпион! Давайте, ребят! Хорошо, чуть-чуть со смены направления. Чуть со смены направления, давайте. Смотри, сейчас заман помягче спрятаем. Все планово, готовимся. Хороший матч ожидаем. Недельный цикл практически завершен. Все ребята подходят в хорошем тонусе к игре. Это дерби, по ЦСКА не нужно много говорить. Все понимают, что это за соперник, и тут отдельный какой-то настрой команде не нужен. Команда готовится к любому сопернику, неважно, с кем мы играем, это ЦСКА или какая-то другая команда. Прошлый сезон уже нужно забывать и включаться, стараться выиграть в каждом матче. Как оценишь старт «Локомотива» в этом сезоне? Не хочу ничего оценивать. Давайте сыграем какое-то количество матчей, только начало чемпионата. Оценят другие люди. Не я буду оценивать. В межсезонье команда потеряла несколько игроков основного состава. И болельщики, скажем так, не слишком много ждали от «Локомотива». А в команде какие бы настроения и ожидали ли, что может так хорошо стартанять? Ну, безусловно, уже много сказано. Ребята, которые ушли большие мастера. Хорошо, что есть возможность сейчас у ребят, у наших молодых, у воспитанников, например, есть возможность себя проявлять, которые пользуются своим шансом, проявляют себя и концентрируемся уже на том, что есть, скажем так. Поэтому нам грех жаловаться, как говорится. Как поддерживаешь молодых игроков, в частности, Ракова, Батракова? Ребята молодцы, уже давно в команде. Уже освоились. Здесь, в принципе, ребята, кто постарше, стараемся всегда их поддерживать. Но не они молодцы, делают свое дело, очень сильно помогают. Поэтому здесь только нужно не останавливаться, а работать, продолжать в таком же темпе, в таком же духе. Давайте три удара, один мы забиваем и выиграем. А, тут? А, вот такими? Конечно. Так, я пух, Сесиль. Жень, поделай подачу. Батрака возьми. А что удара? Из трех один должны забить. Да. На что? Курочек просто. Да, на 5 кубков. Да у вас голова кружится. Вы один. Игра через 2 дня, ты чё? Вы один. И человек. Рад. Здесь можно не попасть в ворота. Всё, мандраж пошёл. Ой-ё. Фуксик, ну давай, братушка. В ворота ни разу не попали. Как я попал? Ну-ка. Фуксик, оп. Браво, Фукси! Долго очень было! Какой я? Опа, долго прозвал! Долго очень! Опа! Мимо! Мяч выкатился из зоны! Да нет, не было! Опа! Левая, ну! И быстрее! Хорош! Давай!
кувыркайтесь. Тём, ну третью надо, вы. Да вы забейте, я тогда забил. Тебя заставили, что ли? Надик, а? Заставили? Нет. Ну а что там? Самого молодого, что ли? Да нет, ну мы-то отдельно работаем. Что мы будем? Там сейчас Салтыков Никита есть еще. И вот снимайте, если он не будет собирать мячи, вы мне потом скажите, с ним будет серьезный разговор. Хорошо. Сразу у нас конвейер. Нас конвейер. Хорош, Сара. Второй. Шесть. Три. Семь. Восемь.